Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас первый взгляд игры Warhammer 40 000. Играю я с мобильного устройства Android. Поехали! Так, подтвердите возраст. Мне больше 13 лет. Подтверждаем. Lost Crusade. На самом деле мне никогда не нравились космические стратегии. Почему-то все это выглядит, кажется, или сложным, или непонятным, или я не знаю даже, как объяснить. Ну, всегда меня космические стратегии отталкивали. Ну, вот, например, если шутер там какой-то космический, или экшен, тогда прикольно. Смотрится это все круто, красиво, все понятно, все ясно, но со стратегиями почему-то у меня никогда не заходило. Ну, сейчас решил попробовать Warhammer. Ладно, буду пропускать заставочки. Заставочка, конечно, красиво смотрится, ничего не скажешь. Чтобы сильным видео длинным не казалось, не было, будем пропускать заставочки и разные диалоги. Ну, здесь, в принципе, все стандартное, думаю. По-моему, подлагивая, да? Отправить громового ястреба. Ну, это наша база, наверное, будет. Разведчики обнаружили несколько заброшенных платформ. Построить. Завод Прометея. Завод Прометея обеспечивает постоянный приток топлива. Расширяем базу. Наверное, тише сделаю. Да, оптимизация игры, конечно, я бы сказал, из 10 баллов тройка. Казармы примарисов позволяют пополнить армию отрядами примарисов. Окей. Обучите в казармах отряды примарисов. Улучшаем боевую биржу.
Картинка не меняется, улучшаем мы или не улучшаем. Ну, в принципе, даже из-за одной оптимизации я играть в эту игру не буду. Игра может быть и неплохая сама задумка. Ну вот, оптимизация, конечно, желает лучшего. Печально, конечно. Такие игры даже не то что записывать, стримить можно, я не знаю, с чего, с компьютера, что ли. Ну, даже не буду даже продолжать дальше. Заканчиваю я на этом, ребят. Как бы мягко сказать, игра фигня, как по мне. И я не советую вам ее играть и тратить свои нервы. У меня на этом все. Ставьте лайк, если вам видео было полезным. Всем пока, друзья.